В Центре современного искусства Чувашского государственного художественного музея открылась персональная выставка Николая Судюкова. Человека, которому изобразительное искусство Чуваши обязано очень многим. Он не только пишет свои картины, но и сохраняет чужие. Подробнее в нашем сюжете. Николай Судюков – художник, реставратор, стажировавшийся во Всероссийском научно-реставрационном центре Грабаря, главный хранитель фондов, бывший директор художественного музея. Редкий и счастливый случай, когда творчество становится профессией. За 50 с лишним лет работы в Чувашском государственном художественном музее и музее-квартире Моисея Спиридонова им собраны и сохранены для будущих поколений сотни разных полотен. Он автор каталогов, путеводителей, благодаря которым зрители учатся ориентироваться в музейных коллекциях. Из-под его пера вышли множество публикаций о художниках Чувашии. Мы открываем уникальную выставку заслуженного работника культуры Российской Федерации, музейщику с большой буквы этого слова, художнику Николаю Ивановичу Садюкову, 75. И эта персональная его выставка посвящена этому юбилею. Полотна самого Николая Садюкова столь же узнаваемы, как и бережно хранимые им работы известных мастеров кисти. Все его творчество посвящено родному краю. Именно в красотах чувашской земли он находит вдохновение.